Ава и ее демон. Я уверен, это просто опять упал зеленоглаз. Нет, Гил, там был, взрыв, вот! Во имя звезд! Видишь, корабль, а ты мне еще не верил! Гил, это же не корабль-сборщик, так ведь? Ну, кем бы они ни были, они на раз расплавили беднягу Титана. Интересно, есть ли тут выжившие? Выжившие? Ах, Неви, смотри! Она еще дышит! Я должен ей помочь! Неви, осмотри пока корабль! Вдруг есть еще выжившие! Что? Но, Гейл, мы ведь даже не знаем, хорошие они или плохие! Какой я тогда буду доктор, если просто оставлю их здесь умирать? Нельзя быть настолько добрым ко всяким незнакомцам, Гейл! Рано или поздно это доведет тебя до беды! Я не хочу потерять тебя из-за каких-нибудь там преступников. Давай сейчас просто оставим все как есть и побыстрее отправимся в наше путешествие. Неви, ну чего ты? Хватит драму тут устраивать. Я вполне могу позаботиться о себе. А на корабле могут быть люди, которые нуждаются в нашей помощи. Обещаю, что это не нарушит наших планов. Будь уверена, завтра вечером я уже официально буду солдатом. А ты еще на один шаг ближе к своему прошлому. Ладно, я схожу и поищу выживших. Но ты к ним не подходишь, если они мне покажутся опасными. Я мигом, когда вернусь, чтобы был цел и невредим. В чем дело, Ава? Ты что, не узнаешь внутренний мир собственного разума? Вернее, нашего разума. Впрочем, признаю, я тут немного прибралась. Это что, кошмар? Это твой разум, который теперь стал местом, где мы можем встретиться для разговора, покуда твое тело спит. А, да, можешь начинать радоваться. Когда ты проснешься, меня рядом больше не будет, потому что, ну ты понимаешь. Так как, мы теперь единое целое? А есть что-то такое, из-за чего мне стоит начинать волноваться? Теперь, когда у меня есть соседка по мозгу. Я думаю, волноваться стоит только в том случае, если мы не сможем решить поставленные пактом задачи. Как? Just a man.